Из Чувашии с любовью. Продукцию нашей республики знают и покупают во многих странах. Причем география охвата и ассортимент товаров на экспорт растет с каждым годом. В 2020 году внешнеторговый оборот региона составил 540 миллионов долларов. Около 46% продаж от этой суммы пришлось на экспорт. С лауреатом республиканской премии «Экспортер года» встретился глава Чувашии. Премия «Экспортер года» – история успеха чувашских предприятий. Продолжает вдохновлять новые компании на экспортную деятельность и расширение границ. Стань лучшим в своей отрасли. Расширяй горизонты. На конкурс было подано более 100 заявок. Дипломы победителя получили 16 компаний. Чувашские производители, несмотря на ограничительные меры из-за пандемии, отправили за границу товаров на сумму более 248 миллионов долларов. Треть поставок от малого и среднего бизнеса. В номинации «Прорыв года» первенство отдано компании КМК. Готовая торговая компания, занимающаяся экспортом продукции сельскохозяйственного происхождения, в частности, масличных культур. Экспортирована продукция на сумму более 91 миллиона рублей. В 2020 году предприятие впервые отгрузило семена гречихи 400 тонн. Вышли на новые страны, то есть появились более качественные партнеры, увеличились оборотные средства. Страны, с которыми мы работаем, это такие, как Германия, Бельгия, то есть Чехия, Польша. Мы хотим построить логистический центр для качественных отгрузок на экспорт и выход на рынок Китая. Но это приоритетная задача на 2021 год. Число чувашских предприятий, которые уверенно выходят на зарубежный рынок, увеличивается с каждым годом. Причем многие из них уже выстроили прямые партнерские отношения. 24 предприятия агропромышленного комплекса сегодня экспортируют свою продукцию в 37 стран мира. Впервые начали поставлять, например, чай и кофе в Польшу. Есть такие предприятия. Есть сегодня кондитерские изделия. Мы в этом году впервые начали поставлять в Афганистан, в Канаду. Ирак, Сербию, Молдовию. Активным спросом пользуется продукция хмелеводческих хозяйств. Традиционная для республики культура переживает второе рождение. В правительстве намерено усиливать это направление, уделив особое внимание глубокой переработке. Отметим, 87% объема агроэкспорта сегодня составляют именно продукты глубокой переработки. Внушительные перспективы, по мнению экспертов, у машиностроителей республики. Так, в Чувашии в рамках программы «СПИК 2.0» планирует наладить выпуск экспортоориентированных тракторов малой мощности. Эти трактора уже изначально экспортоориентированные и будут конкурировать, прежде всего, конечно же, на внутреннем рынке с коллегами-импортерами, но в то же самое время будут нацелены и на зарубежные рынки. Инновационные решения, которые реализовываются на территории Чувашской Республики, они востребованы. И, очевидно, это направление надо только усиливать. И тем самым создавать новые рабочие места, тем более сегодняшние технологии позволяют эти рабочие места создавать, не создавая крупных офисных центров, а просто создавая соответствующие кооперационные связи и организация деятельности людей, которые находятся в различных точках. Любая продукция, которая будет находить своего покупателя за рубежом, конечно же, для нас важна. Правительство ежегодно увеличивает и видоизменяет меры госпомощи. Так, с прошлого года семеноводческим хозяйством компенсируют затраты на реализацию. Кроме того, финансово поддерживается участие в различных специализированных выставках. Это дает возможность найти новых партнеров, расширить рынки сбыта. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика.